Он же тупой олень, блин. Конченый. Вылезай оттуда и садись в машину, имбецил! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в GTA 3. Четвертая, кажется, серия. И мне тут, пока я ехал до этого острова, с того острова, на котором я убивал Сальваторе в прошлой серии, пришел на пейджер вот такой вот замечательный... пришел послание мне по поводу того, что подойди вот к этой вот телефонной будке, с тобой хочет поговорить король Куртни, если я не ошибаюсь. Подъезжай сюда вот к Аспатри. Это, по-моему, предводитель Растаманов. Быстрые тачки, легкие деньги. Это король Куртни. Мы ярди хотят устроить хорошую гонку, я слышал, ты крутой водила. Приезжай на своей тачке на пустырь за стадионом и жди там других участников заезда. Мои люди будут наблюдать над всеми контрольными точками. Тот, кто пройдет контрольный путь первым, получит приз и так далее. Если ты пройдешь больше контрольных пунктов, чем мои ребята, я дам тебе работу. Раста-раста, Боб Марли. И-ля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 . Пых-пых, да. Короче, садимся в тачку. Будет гонка, я так понимаю, да? То есть по описанию все, что он сказал, можно было бы просто изложить, как, блин, будет гонка, да, окей. Но он, вы знаете, он там подробно даже расписал, что будут люди на контрольных точках наблюдать. Это вообще для GTA редкость, что подробно расписывают, как что будет происходить в миссии. Обычно пойди туда, убей того, кого, не знаю, как он выглядит, неважно. И мы все должны понять. А тут прям подробно. Готовься к гонке. Да готов, я абсолютно всегда готов. Это что нахрен? Это вот на такой тачке вот гонять приехал чувак. Ну ладно, окей, все подогнались. Так, смотрите. 3, 2, 1. Старт. И что? И я должен первым... Так, ясно. Смотрите, меня как-то странно немножко это самое... Развернуло немного. Ну ладно, хорошо. Вот первая точка, да? Сейчас... Первая из 15. Ну, отлично. Ну, гонка, типичная гонка. То есть никакой разницы ни с чем нет. Или, может быть, потом будет появляться больше этих точек. То есть, может быть, будет сразу там 3, и надо будет сразу через 3 проехать. Вначале туда поехать, туда, рассчитать маршрут. Не знаю, будет ли такое или нет. Ну вот, короче, проезжаем сюда теперь, окей. О, 2 из 15. Теперь разворачиваемся, блин, нас как дебилов просто возят туда-сюда-сюда. Так, стоп. Это вот... Ой! Это вот, конечно... Господи. Это вот, конечно, непонятно мне немного, почему они ездят по другим маршрутам, не таким, как я. У них другие точки там или что какие? Ну ладно, пофигу. Разберемся, раздуплимся. Так, вот сюда теперь. 3 из 15, хорошо. Что? Что за нафиг? Что сейчас был за звук? Короче, не знаю, еду, блин. Еду куда-то туда. Я не знаю, что сейчас был за звук, я не понял. Еще раз, как будто я через какую-то еще точку прошел или типа того. Или может быть он прошел через контрольную точку, мой соперник. Не знаю. Давайте теперь через эту. Так, а 4 из 5. Ну, блин, вот обязательно это вот так должно быть. Господи, разворачиваемся. Хорошо. Так и быть, разворачиваемся. Где следующий? Вот она. Вот следующая, 5. О, вот понеслась. Я уже чувствую, что это на гонку становится похоже, на какую-то осмысленную. Точки хоть на нормальном расстоянии друг от друга. 6 из 15. Так. Тихо, стоп. И вот сейчас вот резкий поворот вот здесь, да? Вот здесь вот поворачиваем. Извини, мадам, гонка очень важна. Боб Марли мне выдает задание, поэтому... Подождите. Ай-яй-яй. Куда-то туда надо ехать, да? Ну ладно, попробуем. Так, слушайте, вот, только знаете, вот тут немного непонятно, конечно. По дорогам, как хрен на два рассчитаешь, куда лучше ехать, чтобы быстрее было, потому что общей карты не видать, ничего не видать, непонятно. Ну ладно, попробую так. Я думаю, получится, все будет нормально. Мне кажется, я быстрее, чем особенно всякие вот эти мудилы на бобкатах, да? О, я уже прошел, что ли, через... Да, я, походу, уже прошел через чекпоинт. А, тут такая система, что... Блин, походу, кто больше соберет, и чекпоинт пропадает для всех, да? Вот оно как. То есть, когда я прохожу через чекпоинт, а какое-то мурло не проходит, то чекпоинт записывается мне, и никому больше через него не пройти. Вот сейчас он пройдет, да? Ага, точно, вот он прошел через чекпоинт, а теперь тот мудак пройдет через чекпоинт. Да что ж ты будешь делать? Это интересно. Нет, это необычная, значит, гонка. Тут, значит, немножко иначе все. Давайте вырвем у него прямо из-под носа. Вот, красота, 8 из 15, смотрите. Так я уже победил. Блин, я уже победил всех и вся просто. 9 из 15, смотрите. Да тут максимум-то осталось еще 1-2. Уже никто больше меня не заработает. Но надо просто миссию завершить. Поэтому так как эти ребята, они торчки и тормоза. Все, где?
растаманчики вот эти, с которыми мы гоняемся, то лучше я буду тем, кто быстрее подъедет уже к этой точке. Быстрее ее возьму, и просто мы не будем время терять. Понапрасну. Правильно? Правильно. Вот, давай. Сюда. 10 из 15. Ну, это неплохо, слушайте. Что еще надо, я не понимаю. Так, тихо, стоп. Аккуратненько. Вот там вот где-то далеко-далеко аж. Ну, твою мать. А это, наверное, последний будет. Потому что мы там начинали, если не изменяет мне память. Это будет, короче, последний. Давай-ка. Вот. Вот туда. Вот туда вот. Давай. Опа! Все, 11 из 15 и 11 тысяч долларов. Ты пришел первым, пройдя 11 контрольных точек. А мог заработать 15, понятно, то есть так. Либо 11, либо... ну, как бы... То есть, 1 тысяча долларов, это одна контрольная точка. Ну, тут деньги такие... Ни хрена себе студенты живут. Это же студенты, кстати, нет? Или кто это? А, стюарт. Стюарт? Это стюарты такие? Вот это да. Ладно, подходим, давайте. Рейд с УЗИ. Посмотрим, сможешь ли ты сделать за меня грязную работу. Узнаем, можно ли тебе доверять. Сейчас подойдут двое моих парней, и ты пойдешь покататься с ними. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Это без проблем, господи. Покататься я могу, что я? Покатайте меня, ребята, покатайте. Давайте покатаемся. Я же против, что ли? Ну, хорошо, что? Вот они, видите? Вот это вот банда. Это их предводитель со мной разговаривает. Так. Давай покатаемся по Хенберг Хейтс, прикончим несколько дьяволов. Они надоедают королеве Лизи. Веди и стрелять будешь ты, ну а мы проследим, чтобы ты не скопытился, Буффало Солджа. Вот тебе это пригодится. One love, one time, let's get together and feel alright. Давайте, короче, запоем музыку в стиле регги, ребята, просто обалдеть. А вы эти, как его, бубны взяли с собой? Поехали, поехали, поехали. А я это чё думаю? Я что думаю, а может вы мне скажете вначале, сколько мне за это заплатят или что? А то меня ваша, знаете, ваша священная ганджа меня не устраивает в качестве оплаты. Только наличные. Это я предупреждаю заранее. Куда надо ехать? Блин, тут, короче, только под землей, походу, проезд. Ладно, сейчас посмотрим. Подождите, может они мне говорят, что я должен аж... Нет, нет, нет. Он разбил мою тачку, прикончи его. Да ты что, охерел, что ли, мудак? А ну пошел в очко, слышишь? Ха, обалдели совсем. Сраные растаманы думали, вы с кем связались? Я Дона Сальваторе убил. А вы мне что думаете? Вас бояться буду? Ого. Ни хрена себе стеклышки. Не, ну как-то хочется уехать отсюда, ребят. На самом деле. О, вот, кстати, насчет вот этой стройки, видите? По-моему, в GTA Liberty City... Не Liberty City Stories. Или да, Liberty City Stories. Там, когда играешь за Тони Сиприани, нужно все взорвать. Поэтому эта стройка сейчас в таком положении. То есть тут раньше было здание. Понятно? И между прочим, вот этот Тони Сиприани в GTA... Ну, это напоминаю, это Капа Риджинальта семьи Леоны, которую мы недавно убили, да? Так вот, этот чувак, он убивает... По-моему, если я ничего не путаю, Эйвери Керрингтона по сюжету Liberty City Stories. Да, окей. То есть Тони Сиприани убивает Эйвери Керрингтона. Эйвери Керрингтон — это тот, кто в Vice City выдавал миссию с вертолетиком. Это потрясающий, сраный ковбой. Так вот, Клинт Иствуд, мать его. Давайте тогда, наверное, что, еще раз попробуем, может, эту же миссию взять? Или все-таки поедем к Асуке, посмотрим, что Асука от нас хочет. Ну, как бы, там тоже, наверное, веселое задание какое-то будет. Давайте, понеслась. Ой, извини. Извини, друган, я не хотел. Да хотя, что я вообще-то хотел. Я как минимум не возражал. Ну ладно, вот, давай. Пу, эффектное такое приземление. Вот, обалденно, да? И смотрите, как нас четко плавно развернули. Бонус за идеально безумный труд, 167 баксов. Выходим и подходим вот сюда. Под надзор. Смерть Сальваторе — очень приятная новость. Ты отличный киллер. Мне нравятся такие музыки. Ой, это мой брат Кензи. У Асуки для работы, но как только освободишься, загляни ко мне в казино. Кензи, как всегда, тянет руки к моим игрушкам. Мои люди в полиции сообщили, что мафия следит за всеми нашими делами. И как они пытаются выйти на тебя, они мешают нам работать. Нужно устранить эту проблему. Разберись с этими шпионами-самоучками и прекрати вендетту раз и навсегда.
Хорошо, слушай, хорошо, никаких проблем, сейчас мы все проделаем как следует. Так, надо, короче, шпионок каких-то самоучек, да? О, блин, у нас тут на время, вот это я не люблю, конечно. Давайте возьмем стингер якудзы. Я так понимаю, что моя задача проехать по всем точкам. Наверное, так. Проехать по всем точкам и поубивать там мудаков всяческих, да? Давайте вначале поедем, например, вот на эту, напрямик. Вот видите, тут нас как бы напрямик ведет дорога от Асуки. Вот мы напрямик и поедем. Так, что здесь? Что здесь, кто здесь? А, они там в парке, да? Надо в парк заехать. Заезжаем, центральный парк Нью-Йорка, без проблем, заезжаем. А вон стоят ублюдки, да? Ну, ты что, тупой нахрен? А, смотрите, он тут, по крайней мере, не умирает. Это радует. Ну-ка, сейчас, секунду. Один. А он типа не, нет, не. Ой, куда же ты так? Чего ж ты так это самое? Погоди, блядь. Мы можем вообще уехать? Да, мы можем выехать из этой ужасной ситуации. Почему бы нет? Смотрите, где-то здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, должно быть сердечко. Если я ничего не путаю. Тут где-то рядом, по-моему, поликлиника или типа того. Или может я ошибаюсь, не знаю. Ну, блин, ну так же дело не пойдет. У меня 12% здоровья, ребят. Я так не протяну долго. Давайте попробуем, поищем все-таки, где подлечиться. Или... О, блин, ты посмотри. Ну ладно, пофиг, хорошо, рискнем. В конце концов, у меня снайперская винтовка. Я могу где-то подаль засесть, да? И может быть что-нибудь да и получится. Вы видели, как быстро я с этими разобрался? Это же было piece of cake, как говорят в Америке. Проще простого. Вот, кстати, мы с вами сейчас видим просто центральный Нью-Йорк. Вот весь, вот все вот красоты и прелесть. Так, во, зацените. Так, мудила на тачке, да? У меня есть дробовик. Я могу его расстрелять с дробовика просто-напросто. Ну-ка. Все, видите, два выстрела и красота. Вот этим дробовик, он очень хорош против автомобилей в этом плане. Кстати, там какое-то оружие, между прочим, по-моему, появилось. Ух ты, твою мать. Автомат, слушайте. Вот это здорово. Ладно, хорошо, с 12% здоровья я завалил уже двоих мафиози в автомобиле. Да, давайте посмотрим, что будет дальше. Как я... А что-то там много точечек. Много слишком точечек на радаре, вам не кажется? 4 минуты, у меня 4 минуты, я должен... А, я, кажется, понял. Видите, вот это казино этого Кенджи. А эти мудилы следят. А следят они, по-моему, в зданиях. Если я ничего не путаю. Да, вот, видите. Ууу, стоять, он меня уже запалил. Ни хрена себе. Так, тут надо как-то поразумнее поступить. В такой-то ситуации, я думаю. Подождите, давайте проедем вот так. Мы просто осмотрим издалека всю эту местность. Смогу я как-то отсюда прострелить их? Ага, ну-ка сейчас. А, слушайте, они там наверх на кого-то смотрят. А что там сверху-то? Кто-то стреляет по ним или что? Один готов. Ох, блин, слушайте. Могут и попасть, конечно. Блин, попали все-таки, попали. Миссия провальна. Ах ты дерьмо какое, а ты посмотри. Ах ты, говно. И вот, кстати, сердечко. Ну, мы хоть посмотрим, где больница. А, больница находится, все, я понял. Больница находится напротив, да? Ладно, загрузить. Давайте быстрые тачки. У нас все оружие отобрали. Я так играть не хочу и не вижу смысла. Мы можем просто загрузиться, проехаться быстренько. Кстати. Ой, блин, вот это плохо. Я не сохранил тачку в гараж. Кстати, мы можем еще подлечиться и купить брони можем. Наверное. Я ж думаю, мы можем купить броню в этой, в амуниции. Да господи, что ж такое? Тачку не, днем с огнем не раздобудешь просто в этом ужасном городе. Как это понимать? Давай-ка, вот сюда. Сейчас мы быстренько пойдем подлечимся где-то напротив стройки, да? Вот там, вот там, по-моему, больница. Если я ничего... Тихо, все, хорош. Хорош там стрелять, палить. Так. Ох, колумбийцы меня, короче, любят очень сильно. Вот заметьте, если я сейчас поеду в старую вот эту свою местность, где я начинал игру, меня там будут расстреливать вообще все, кто только могут. И мафиози в первую очередь, у них дробовики, да, у тех, у мафиози, у этих козлов, сальваторовских, они вообще будут выносить по полной. Просто лучше там не ездить. Так, давайте, наверное, вот так. Опа! Ну, это не страшно, да, 30%, это плевать. Теперь у нас уже 100%.
Дальше неплохо было бы найти броню. Просто заготовить заранее себе вот какой-то потенциал, чтобы миссии-то проходились. Удачно проходились. И... Так. Давайте посмотрим, где у нас вот это вот магазин оружия. Он туда вот прямо куда-то надо ехать, да? То есть там как раз это Асука, и вот где-то там же магазин. Или же магазин намного дальше. Мы сейчас будем подъезжать, он все будет отдаляться. Я не знаю, на самом деле, ребят. Понятия не имею, будем проверять. Я думаю, что броню там должны выдать. Где можно броню так найти на улице в этом острове? Если честно, я не помню. Ну, сейчас проверим. Так, выходим. Ганс. Да, броня есть, смотрите. Так, вот подходим. Вот 3000 она стоит. Нормально. 3000 стоит потратить. И еще давайте снайперки купим. Тоже. В принципе. И еще давайте тогда уже и автомат купим. Окей. Все, бабла нормально потратили. Теперь мы готовы вообще ко всему. А вот теперь уже можно ехать к этой Асуке, да? Смотрите, это прямо вот, прямо рядышком совсем, ну прям четко. Опа! Ой, пожалуйста, выходи из машины! Выходи, дурак! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну ладно, 72% брони. Немного снесло, да? 30% похрен. Похрен, разберемся. Это ничего страшного. Зато у меня теперь оружия хватает и здоровья, в принципе, на максимуме там. Ну, не броня, а само здоровье. Поэтому... Быстренько садимся в Стингер, он у нас скоростной, как говорится. Ну и потом это для, знаете, такого, скажем так, ролплея, грубо говоря, потому что мы же за Якудзу задание выполняем, правильно? Значит, в якудзовской тачке и будем ездить. Можно еще было бы себе разрез глаз какой-нибудь азиатский приделать для полнейшего ролплея, но, увы, тут таких возможностей нет. Значит так, я могу, в принципе, наверное, встать вот прямо вот здесь вот, да? Смотрите, на свою тачку, что мне мешает? Встал на тачку и расстрелял пидорасов. Так, где там? Снайперка. Вот, снайперка, да. Первого. Второго. Ой, не, он куда-то там. Куда-то там это мудило. Ну-ка сейчас. О, все, попал. Красота. Даже через кусты, не видя, но все равно попал. Все равно я молодец. Теперь снова едем туда, к машине. Двоих мудаков из дробовика сейчас уложим. И нет проблем абсолютно никаких. Это будет очень просто, ребята. Это мы сразу справимся. Без Б. Абсолютно. Просто 100%. Так, поворачиваем направо здесь. Потом налево. Направо, потом налево. Потом достаем дробаш и, что называется, огонь. Так, где он? Дробовик. Дробовик вот. Так, давайте-ка вот сюда. Значит, смотрите. Раз, два. Все, красота. Подбираем автоматы. Это важно. О, чувак, ты чё? Посмотреть на трупы решил? Ну, давай, поглазей. Я рад, если тебе будет интересно. И у нас остается еще 5 минут, в принципе. И 5 минут эти у нас дается на то, чтобы убить тех, кто пасет казино нашего Кенджи. А что здесь они пасли, интересно, вот в этом месте? То есть, и в том месте, где они стояли в парке там посреди. Наверное, какие-то здания, которые принадлежат Якудзе, тоже напротив. Ну, неважно. Так, давайте. Как же тут так заехать-то удачно, чтоб не замочили. Так вот, что ли? Я вообще... Ой-ой-ой, стоп. Ну, так, смотрим. Где там эти муда... А, все, я сейчас, короче, так проеду. Они ничего мне не сделают. Просто едет человек в автомобиле. Что, вам жалко, ребят, что ли? Так, давай-ка. Можем, кстати, по-моему, где-то тут забраться. По лестнице. Во, вот здесь. Смотрите, точно. Можно забраться и так их всех расстрелять. Это если нет снайперки. Ну, как бы снайперка есть, но даже... Вот это будет все равно удобней. То есть я мог, в принципе, это сразу сделать еще тогда, когда у меня было 12%. Наверное, они меня не достали, не знаю. Вертолет, но в него сесть нельзя, он для декорации, по-моему. Так, где эти упыри? Ну-ка, не туда смотрю. Вот, смотрите. Раз, давай-ка. Убили. Прячемся за вертолет, потому что перехреначат. Теперь, опа, тоже убили. Вот тупые мафиози, даже не стреляют. Смотрят и не стреляют ни хрена. Так, хорошо. Пойдем, попали. Прелесть. Очаровательно. Еще вот от этого вот мудака. Задание пройдено. 15 тысяч. Ну что, это было легко, в принципе. Это никаких проблем абсолютно не вызывает. Так, а что тут еще? Тут же еще что-то. А, вот. Скрытый пакет. Конечно же, 4 из 100. Давайте, наверное, будем слезать в таком случае. Скрытый пакет. Ой, у нас есть задание от этого же козла, да? На котором мы шестерим. Между прочим, я где-то видел... На ютубе прикол, как можно попасть в казино Кенджи, там, используя какой-то баг. Ну, там ничего нет, там будут просто пустые стены, по-моему.
Вокруг и внутри все пусто, короче. Освобождение Канбу. Так. Ага. О, он прям перенял обычай. Моя сестра хорошо тебе отзывается, но я пока не видел от вас гайдинов ничего, кроме разочарования. Возможно, ты сможешь урегулировать одну ситуацию, которая ставит мне нелегкие положения. Разумеется, в случае провала мы опозоримся. Якудза Канбу сейчас в участке, идет оправки в суд. Он очень ценный член семьи. Вызвали его из заключения и отвези к Додзо на Бетфорд-Пойнт. Да, 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 сенсей, да, конечно. Давай, понеслась. Вызвали, отвези и так далее. Укради полицейскую машину. Любую, да? Ну, хорошо. Но вы меня, конечно, заставляете нарываться на проблемы, если честно. Раз вы просите. Где-то я раньше вот, блин, помню, что знал, где полицейский участок. То есть наизусть вообще всю карту знал. Но сейчас это хрен вспомнишь, блин. Поэтому надо просто, наверное, искать полицейскую тачку. И потом взять копа, который там не будет ехать. И просто-напросто его, что называется... Якудза, кстати, шел только что мимо нас. И просто его вытащить оттуда из этой машины, и все. Давайте это делать. О, папа, стоять. О, на каком грузовичке мы ездим. Так. О, все. Давай садись, блин, быстрей. О, черт возьми, нет, сейчас он Нет. Скотина. А я же не сохранялся. Вы же понимаете, да? Я же не сохранялся, блин. Оружия нет. Вообще банкрот полный. Но есть 415 тысяч долларов. В принципе, это не... Подождите, что я делаю? Может быть, сразу, да? Может, сразу подготовимся? Вот, то есть, сразу на полицейской тачке и поеду. Теперь моя задача ехать, наверное... Блин, в амуницию надо ехать. Ребята, мы же не справимся. Мы без оружия не пройдем миссию, ни одну. Тут дальше уже такой халявы не будет. Ну хорошо, миссии-то пойдут сложные. Давайте тогда я поеду в амуницию. Хорошенечко скуплюсь там. Куплю там побольше всего. Не знаю, ну хоть что-нибудь куплю в конце концов. Стоп, я проехал мимо, я поехал к будке. Ой, у меня уже крыша едет, ребята. А крыша у меня едет, потому что я... А где амуниция-то? Подождите, подождите, она не показывается на карте. Надо вспоминать самому. Оба, стоп. Стоп. Что-то я не пойму, куда я заехал. По-моему, здесь что-то есть. А, тут уникальный трюк. А если вот сюда проехать? Что-то тут есть. Я начал вспоминать. Я вот заехал сюда, и у меня какое-то дежавю такое включилось. По-моему, тут то ли броня, то ли оружие. А, тут броня. Конечно, да, да. Не зря пришел. Но я, честно говоря, случайно тут оказался. Но когда вот заехал, я вспомнил. Блин, что-то тут я когда-то ездил сюда и не раз. Давным-давно еще. Ладно, хорошо, хотя бы броню взял. Потом уже оружие возьмем в этой, в амуниции. Это все похрен. Это все не беда. Давайте, я не знаю... Блин, найдем ее в конце концов, а то что ж это за дела? Почему я потерял, где она находится? Сейчас. На радаре не указано. Что странно. Может вот здесь? Вот этот поворот, наверное. Да, точно, вот. А почему она на радаре-то не указана? Блин, странно как-то, это дерьмо полное на самом деле. Ребята, это плохо. Так, давайте. Всего наберем, короче. Так, 120 на 30. 25. Ну, я, кстати, не сказал бы, что я так уж сильно разорился от этого. Давайте тогда. Хорош там базарить. Что он там несет, я не знаю. Ладно, это пойдет, этого хватит. Знаете что, дробовика мало, конечно. Дробовика мало, ну да пофиг. Короче, смотрите, сейчас поедем, наверное, сохранимся тогда, я думаю. Давайте сейчас сохранимся просто. Кстати, параллельно, вот когда мы мало того, что сохранимся, мы еще полицейскую тачку сохраним в гараж. То есть, чтобы сохранило не только нас, но и ее, да? И все будет вообще просто офигенно. Чики-пуки все будет. Так, сюда. Опа! Запарковались. Все, молодец. Молодец. Вот это правильно. Теперь сюда проходим. Фух, так, осатанелый сутенер, хорошая миссия, перезапишем. Теперь садимся вновь и едем к Кенджи. Я думаю, едем к Кенджи, ребята. Надо бы с его миссиями тоже позаниматься. По-моему, они будут интересны, если я ничего не путаю. Что-то там будет такое. Ну, они будут такие сложноватые, наверное, мне кажется. Тут дальше вообще вот игра сейчас будет становиться все сложнее и сложнее.
И Декарт будет все перепроходить и мучиться, и перепроходить, и еще раз мучиться. Это неизбежно, да, увы. Но никуда, никуда не денешься. Так. Так, так, так. Аккуратно, осторожно, полицейский едет. Вы понимаете, что полицейский едет? Вы мешаете работе полицейского мафиози якудзика. Полицейского якудзика работе вы мешаете. Так, давайте вот сюда вот встанем. И вот, все. Стой, стой, смотри. Оставляем дверь открытой. Это важно. Теперь мне опять освобождение канбу этого предлагают. Сажусь в машину сразу. Меня никто не тронет уже за это. Я эту машину угнал хрен знает когда. Тут уже, что называется, срок искового заявления истек. Или как это можно назвать юридическим языком. То есть всем уже похеру абсолютно на эту тачку. Она уже как бы моя, целиком и полностью. И мы, в общем, едем, едем, едем. К Эйтболу, кстати, едем. То есть нам нужно, я так понимаю, начинить эту тачку взрывчаткой. Ну, хорошо. Я не возражаю, давайте это сделаем. Так, где тут его гараж? Блин. Так, подождите. А это что за гараж? А если туда... Нет, это просто, наверное. Это просто. Здесь как-то по-другому надо заехать, по-моему, туда. Сейчас я поищу, где тут въезд. Это надо еще вспомнить. Так, секундочку. Вот сюда вот поворачиваем. Да что за фигня, блин? Вот, вот тут может? А, да-да-да. Вот. Сейчас наверх. Наверх. И вот тут вот сбоку. Тут мало того, что тут еще Pain Spray же, по-моему, да? Да, Pain Spray. И вот это. Ну, могли бы получше как-то все это расположить, на самом деле. Да, ставлю я, ставлю. Все, поставил. Так, 8-Ball Auto-Yard. Ты паркуй тачку. Отлично, теперь вали к полицейскому участку. Я ее сразу же помял, конечно. То есть без этого никак. Но это не беда, я думаю. Ой, блин, а может и беда. Так, ладно, посмотрим. Посмотрим, беда или нет. Давайте, подъедем, подъедем. Нормально все будет. Главное, главное, чтобы она не взорвалась прям по полной. Слушайте, она уже дымится. Это печально, что она дымится. Не дымись, не дымись, машина. Терпи, терпи. Терпи, точила, все будет хорошо. Терпи, точила, не будь дрочилой, понимаешь? Вот такая вот для тебя прям пословица. Так, 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 так. Ага, ага, хорошо. Ой, стой, 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 чувак, стой. Осторожно, аккуратненько води, не въезжай в столбы, не въезжай. Нельзя нам сейчас этим всем заниматься. Вот, вот сюда вот, да? Вот сюда нужно тачку подвести. Я не знаю, ребят, куда я поехал, непонятно. Вроде вот сюда. Я не помню вот этого всего, если честно. Это я заехал внутрь, да? О, меня пропустили, смотрите. Так. Кого-то там калашматит, по-моему. А, это калашматит этого чувака, которого мы собираемся освобождать, да? Так, все, бомба активирована. Ой, блин! Вали отсюда нахрен! А, какой кошмар! Садись в эту давай. Так, отлично. Твоя честь зависит от якудза Канбу. Ты должен защищать его. В смысле? Ну так садись, мудак! Ты садиться-то будешь в машину или нет? Вон его там, видите, пытали. Вот же тупой олень, блин. Конченый. Вылезай оттуда и садись в машину, имбецил! Боже мой, все. Так, 3 звезды дали, отлично. Теперь, ну как бы это не отлично, это полное дерьмо на самом деле. Теперь надо как-то отсюда выезжать. О! Так, спрятанный пакет. Ну ладно, мы не будем этим заниматься. Давай. Так. Оба. Что-то странная фраза. Твоя честь зависит от якудзы. Может, честь якудзы зависит от меня? Короче, все, мне надо в Pain Spray. А как я перекрашу полицейскую точилу-то? Они не перекрашиваются, по-моему. Если я ничего не путаю. Реально эти тачки не перекрашиваются. Я на полном серьезе говорю. Мне надо, получается, брать другую машину какую-то угонять. И надо, чтобы этот мудак еще и не сдох при этом, понимаете? Вот такая вот залупа. Еще хочешь с этим, то и делай. Ну, давайте мы вначале просто подъедем, да? Так, сейчас мы подъедем. Сейчас мы как-нибудь сориентируемся. Что-нибудь угоним, постараемся нормально. Реально, эта машина же не перекрасится. Я прекрасно помню, во всех GTA ты полицейские машины не можешь перекрасить. Так же, как и скорые там, например. О-о-о, стой, 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 стой. Все, смотри, 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 якудза Кенжа. Якудза Кенжа, смотри, давай садимся сейчас вот. Так, подожди, подожди, подожди. Вот этого мы расстреливаем, мудака. Так, и вот. Нет, ты куда ты? Ну куда ты встал своей спиной? Ну дебил ты конченый, да мудак ты. Боров, я не могу этот японский. Ну куда ты встал? Ну кто тебя просил? Ну я же справлялся нормально. Ну вот понимаете, вот из-за тупости этих мудил. И у меня 3 звезды. Это вообще, блин.
Охереть просто. У меня до сих пор 3 звезды-то, между прочим. Куда я, блин, пошел? Мне перекрашиваться надо, а, твою мать, а ты... Ой, мудила пришло, ты посмотри, переехала меня. Что ты тут делаешь нафиг? Кого ты собираешься тут лечить, мудак? Они сдохли уже, вон, от них уже одни метки остались на земле. Боже мой, какой ужас. Ну кто ж знал, что этот дебил подставится прямо под пули, а? Я даже не могу себя обвинять, как я могу себя обвинять за такое? Блин, все, давай, перекрасились. Да всего-то надо было выйти из машины, сесть и... Ой-о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 й, ребята. Ой-ой-ой, слушайте. Ну ладно, давайте попробуем с Растаманами хотя бы разобраться, что. Может, это получится. Мы помним эту миссию, там сейчас 2 мудака приедут, да, покататься с ними надо. И все такое прочее. Только, единственное, я не понял, это надо на другой остров, типа, ехать или что? Потому что там как-то не заканчивает, то есть... Квадратик аж за волны, по-моему, переходит. Да, надо же посмотреть на это, правильно? Посмотреть, как они подъедут, послушать их замечательный бубнёж вот этот вот. Как они регги мне будут пупеть. О, господи. Ой, потлатые ж вы ублюдки, а, бородатые, ты посмотри. О, я нажал Enter, он сел, автомат. Просто можно сразу Enter нажать, он сразу садится типа, в машину. И не хочет он слушать этот трендеж беспонтовый. Ну и правильно. Поехали, говорит. Давайте еще раз попробуем доехать. Может быть, мы сейчас не перевернемся даже. Может быть, все будет хорошо. Тихо, тихо, тихо. Так. Ага. Кстати, они там как говорили? Сообщение, давайте. Посмотрим, что ты стоишь на самом деле. Покатаешься. Нет, ничего не написано. Я думал, они мне скажут, типа, они... Да, смотрите, мне надо ехать в Портленд, походу, видите? Вот там вот аж где-то. Ой, понятно, слушайте. Да что ж тут творится-то в конце концов? Вы мне дадите хоть одну миссию-то пройти сегодня или нет, ребят? Надо ехать на мост Кэллахан, короче. Я не помню, может быть, здесь тоже можно как-то проехать через какой-то туннель? Но я реально, я уже плохо помню карту Liberty City, поэтому я не уверен. Ой, в нас стреляют колумбийцы еще в довершении. Машина уже дымится, ребят. Я еще ничего не начал, машина уже дымится. Это отлично, это красота, это прекрасно. Это хорошо, это мы на правильном пути, что называется. Верным путем идем, товарищи, да. Ой, блин. Ну, это кобзец. Это кобзец. У меня очень плохое предчувствие. Ладно, я могу как сделать, я... Я уже не помню, где тут Pain Spray, как доехать вот отсюда в Pain Spray. Но я могу доехать в Портленд, и там, я помню, там напротив Луиджи Pain Spray. Но напротив Луиджи там куча мудаков, которые шестерят на семью Леоны. Они меня расстреляют из дробовика, один раз выстрел, и все. Тяжеловато как-то будет в этом плане. Но мы постараемся, мы попробуем. Давай доедем как-нибудь, пытаемся. Я думаю, все будет хорошо. Я часто так говорю, это редко когда происходит, сбывается, но... Я надеюсь, что все будет нормально. Мы сейчас постараемся, попытаемся четко все проделать. Так. Едем, едем, едем. Не торопясь абсолютно. Да, действительно, кажется, в Портленд надо, потому что... Как мы можем видеть, кружочек, вот, ой, квадратик этот, розовенькая залупка, эта маленькая, она смещается на радаре вместе с нами. Ну, хорошо, куда деваться. Тем более, они же хотят кого-то, кого там они собираются долбить, эти мудаки. Так, стоп, давайте-ка сюда. Кого они собираются убивать? Если я не ошибаюсь, ой, банду мудак. О, боже. Все, мочилово, мочилово. Мочат меня вовсю тут уже китайцы, да, триада. В триаде приехал, триада мочит. Сейчас еще проедем, тут сейчас мафия может, в принципе, парочку выстрелов. Ой-ой-ой. Не, слушайте, надо реально, короче, едем к Луиджи, мне насрать. Едем к Луиджи и перекрашиваем точилу, это обязательно. Это, она сейчас просто полыхнет и все. Вот, по-моему, Pain Spray следующий поворот, видите, да? Так, давай-ка. Вот сюда, вот так. Осторожно. Осторожно. Вот, все, заехали. Давай. Все, отлично. Так, вы, пацаны, я надеюсь, не против, что мы этим занимаемся, потому что, ну, надо, как бы, надо немного подождать, все успеем, всегда. Хэббен Хайтс, давай-ка прикончим несколько тупых дьяволов. Но запомни, из машины выходить нельзя. Так, что, я их должен исключительно вот так. Да, я их должен исключительно вот так долбить. Стоять, 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 давайте теперь. Вот и... Оу! Стоп, 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 стоп. Хорошо, нормально. Убито 6. А сколько надо?
Сколько надо-то замочить? Да, блин! Нифига себе, слушайте, так они мне будут мешать конкретно на самом деле. Так, отлично. Убито 7. 8. Наверное, 10, да, или что? Ну, я думаю, не намного же больше. Так, так, так. Я с машиной стараюсь не связываться, потому что она, если взорвется, она взорвет нас тоже. Убито 8. Кстати, мы можем... Нам никто не мешает опять поехать и перекраситься, да? В принципе-то. Или что? Тут же рядом прям paint spray. Разработчики, они как готовились, да, как будто к этому. Вот можно подъехать, быстренько перекраситься. Вот, вот, кстати, мудак ходит. Тоже его стреляем, перекрашиваемся. Все, машина у нас сейчас будет целая. Выходить из нее мы не можем по какой-то дебильной причине, я не знаю. Я не знаю, почему, блин. Какое нахрен дело вам вообще, буду я выходить, не выходить. Мне кажется, главное убить и все, а все остальное это уже как бы детали. Но нет, они не согласны вот этим муду... А-а-а! Не-не! Чуть-чуть было не успел, а я случайно, ребята, я случайно, честно. Так, давай-давай. Окей, возвращаемся на нашу территорию. У тебя 5 секунд, чтобы сесть. Да-да! Да что ж ты будешь делать-то? Отстань! Дайте сяду в тачку! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.